Один мудрый человек сказал, что для счастья нужно немного – солнце, небо и цветок. Россия заговорила на языке цветов в 18 столетии. Любовь к растениям живет в Алле Евгеньевне Соколовой с самого детства. После школы она вечерами пропадала в ботаническом саду, а затем стала его научным сотрудником. Сегодня Алла Евгеньевна – мастер-флорист международной категории, судья флористических конкурсов и обладатель первой национальной премии по флористике «Цветок успеха». О языке растений она знает все и даже больше. Латинские названия – это международные названия цветов. По-русски вас никто не поймет. Елочка будет у нас пиццей, там, эксельза, которая у нас растет. Пиццей, да, такое красивое название. Если вы скажете пиццей, вас поймет и немец, и голландец, и англичанин, и француз. Несмотря на разные языки, вас все равно поймут. И пиццей, елочка, и пинус, сосна, и ацер – это клен, да, и тот же самый эвкалипт, или буксус – это самшит. И ландыш конвалярия. Вот здесь у нас салал, здесь у нас рускус. Пропорция 1,1,6. Салал у нас обозначается буквой S. Это салал. Рускус у нас обозначается буквой R. Профессиональные флористы должны обязательно заказы делать только по латыни, потому что никаких русских названий не существует. Та же самая незабудка выглядит по латыни очень красиво, Myosotis palustris. А ту же самую клюкву мы можем назвать, которая любимая наша северная ягода, да? Мы ее назовем оксикокус, потому что окси – это кислый, кокус – это шарик. Оксикокус квадрипеталис, потому что у него 4 лепесточка. Квадри – это 4, петалис – это 4 лепестка. Ну, смысл слова букет – это французское слово. Буке. И обозначает это связанные вместе цветы в руке. Наши барышни 18-19 века, они всегда ходили с букетиками или бутонерками на балы. И мы должны знать, что цветы – это форма, а стебли – это линии. И уже возникает теория форм, вот уже другая теория композиции идет. И, конечно, мы должны понимать, что вся флористика проходит через стили и техники. Декоративный стиль, вегетативный стиль, формальный стиль, графический стиль или формолинейный стиль, вегетативность. Все эти стили мы должны применять в аранжировке. Цветочек к цветочку укладывается параллельно. Эта техника самая простая, и она, собственно говоря, любима нашим народом. Спиральная техника. Стебельки укладываются по спирали. Этому, конечно, надо учиться, но букеты получаются очень красивые. И преимущество спиральной техники в том, что, во-первых, мы можем создать его любой формы, во-вторых, этот букет может красиво составить интерьерную вазу. Ровный контур, чтобы контур был ровный, да? Чтобы была бы отличная спираль, была бы, да, ровненькая, тогда вы просто получите 10 баллов. Одна роза – это знак внимания, это уже понятно, да? Поэтому подарить розу всегда уместно. Три цветка – это будет обозначать дань уважения. То есть уже не только, но дань уважения. А, значит, если вы 5 цветов уже дарите, это значит уже признание. Тем более, что с нынешними ценами на цветы. Это просто понятно, да, что вы уже потратили около 1000 рублей. Но если 7 цветов, это же, вы знаете, уже очень красивые розовые розы, английские парковые, или еще это уже не знаю, это уже обожание. Это уже обожание. А если уже 9 цветов, это уже я у твоих ног полностью. Какая забавная ситуация. Я сегодня прихожу на работу, смотрю, на столе цветы. Что вы говорите? Интересно, кто бы мог их принести? Да. Что? Технические средства мы вчера как раз рассматривали. Конечно, это нож. И он должен быть очень острый. Да, потому что мы должны сделать ровные, красивые срезы, чтобы не помять сосудистую систему, да, чтобы ее
а чтобы она у нас была ровненькая. Конечно, это секатор, который позволяет нам всегда все срезать тоже так же ровненько и красиво, но только в большем количестве. Да? Это кусачки и плоскогубцы, которым мы закрепляем проволоки и всевозможные каркасы. Да? Это клеевой пистолет, который помогает нам закреплять растения в том месте, которое нам нужно, и листики, и делать скатерть их из листьев можно сделать быстро. Это, конечно, всевозможные проволоки, степлеры, это скотчи. Короче, что есть в строительном магазине, то все флористическое. Что есть в магазине, которым для шитья, это тоже все флористическое. Короче, флористы – это люди многогранные.